В Иерусалиме снова произошли беспорядки на Храмовой горе. Причиной беспорядков стали иудеи-ортодоксы, пытавшиеся взять Храмовую гору штурмом. Израильские силы безопасности арестовали 3 палестинцев. Они бросали камни в туристов, сообщили наши израильские корреспонденты. По словам представителя полиции Мики Розенфельда, около 50 палестинцев были вовлечены в беспорядки. Поводом для напряженности стали религиозные евреи, которые пытались взять штурмом Храмовую гору. Также в пресс-службе заявили еще об одном инциденте. Неизвестные вандалы оставили надпись «Смерть христианству» на стенах одной из иерусалимских церквей в понедельник 20 февраля. Это уже второй подобный случай в столице Израиля за этот месяц. Мы изучаем возможность националистического мотива преступления, однако до сих пор никто не задержан, заявил пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.